Если взять в целом цифры по ДТП, то их количество в прошлом году в Тюменской области выросло почти на 16%. 194 человека погибли, более 3500 ранены. Общее количество ДТП приблизилось к 3000. Причина каждого второго дорожного происшествия – превышение скорости. Каждая пятая авария случается из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков. Самой аварийной стала трасса Тюмень-Ханты-Мансийск. На ней зафиксировали 170 ДТП. Аварии унесли жизни 55 человек. Количество пострадавших превысило 240. Среди причин и увеличение интенсивности транспортного потока.